Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. На этот раз новость будет достаточно короткой и будет связана с вопросом о безнадежной задолженности, а именно об основании, которое не может являться показателем того, что задолженность становится безнадежной, ее можно относить на расходы по налогу на прибыль. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизит которого вы видите. Так вот, Минфин в данном случае указывает на то, что истечение срока взыскания задолженности не может служить основанием для признания такой задолженности безнадежной. Ну, на самом деле, не берусь оценивать обоснованность либо необоснованность такого вывода. На мой взгляд, здесь нужно проводить достаточно серьезный анализ. Но, тем не менее, в любом случае, налогоплательщикам следует учитывать данное разъяснение для того, чтобы понимать, будет ли признавать налоговая тот факт, что у лица образовалась безнадежная задолженность, либо, напротив, налоговая может признать, что истечение срока взыскания задолженности не привело к возникновению безнадежного долга. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.